покидаем отель Ашхилл. Классный отель. Свой обычный кубрик. Наталья делает прическу. Реально просто уже не было времени. Все, покидали в чемоданы. Как собраться, когда ты опаздываешь? Просто кидаешь все свое в чемоданы и выбегаешь из отеля. Вот, все классно. Правда, у меня поставить температура 37,2, может больше. Но Панадол мой друг, все окей. Небольшое сафари еще при выезде. Люки открыты. Красота. О, даже можно сидеть и снимать. Красота какая вот. Проедемся, просто полюбуемся немножко еще и отправляемся в Найроби. Такой красавчик вышел с нами попрощаться прям. На дороге стоял, но мы проехали через две большие лужи, и, видимо, его немножко испугали. Конечно, ой, этот хвостик, этот сетчатый жираф, он же ретикулейтед. Это мальчик, да? This is boy? Yeah, boy. Яркий. Мальчики более яркие, девочки более такие блеклые, что ли, как сказать. Ну, немножко ярче. Ой, этот хвостик обмахивающий. Когда он бьет своим хвостом, так как прямо такой звук. Так, это у Стива играет. Hello. Телефон. Ой, красавчик. Ну, это ж надо ему тут было, да? Вообще никого нет. Да, никого нет, странно, что он один. Умирает, ну, одиночество. Ему хорошо с самим собой, да? Захотел прогуляться просто. И выйти нам сказать «до свидания». Классный парк Баффало. Интересно, интересно. Да. Вот уже в скольких парках мы с вами побывали. И Цаво, и МБСЛ, и Баффало, и Самбуру. Ой, я надела. Ага. Пишите, какие парки вам больше понравились. Давайте еще понаблюдаем за ним просто. То он за нами смотрит. Конечно. Hello, good morning. Какой красивый, боже. Ой, шикарные виды. Уводен. И горы. И жирафчик. Жираф. Мы же не прощаемся с сафари с Кении. Мы же говорим до свидания. Какой смешной за этим кустиком стоп. Другой выезд. Все, выезжаем уже из парка. Да, какой-то другой выезд, точно. Да, другой выезд. По-моему, это другой выезд. Такой вот туалет, это вот там налево. Обычненький. Ой, тут такие кабиночки прям вообще интересные. Да. Вот такой выезд из парка. Угу. А ну, Наталенька, пока. Это я. Это сейчас будем фотографироваться на фоне. Это гора. Кения. Кения. Но, к сожалению, верх закрыт. Сейчас будем фоткаться. Украинцы путешествуют, украинцы живут. И нас не сломать. Місто вогні, серце болить, втомлює біль. І ворог не спить, кулі летять, поки падає сніг. Може бути, через полчаса где-то розбідніється, і то не факт. А, це завтра буде? Вони можуть і до завтра висіти, Стів говорить. Причому ми її побачили немножко, але дуже далеко, звісно. Така інтересна, як корона така большая. І ребята, головне, улегли ззаді, наблюдають, перейшли. І посмотрим на цих белых обезьянок. Ой,
Так, ты знаешь, как прям как северный ветер. Да, холодно. Холодно. Смотрите. Закрывай. Помыл туда вообще, прямо открыл людям багажник. Мы на стоянке в Наньюке. И просто туда шлангом. Ну, не знаю, видимо, можно. В смысле, закрыл? Серьезно? Хорошо, что мы здесь сидим. Но он тоже нашему стал окно мыть, да? И окно открыто. Но он хоть как-то вроде или нас заметил. А главное, что слышишь, лобовое помыло, зеркало, блин, все заляпанное. Все. Зеркало, посмотрите, мы с такой грязью выезжали просто. Грязь осталась. Ну, так плеснул, что оно ему, по-моему, на сиденье тоже водить. Ну, я нормально. Хотела вам жука показать. Красивая есть, такая машинка, как яркая, заехала на стояночку в Наньюке. Кто оттуда выйдет? Давай, выходи. Пока ты наш чего? Водитель заряжается бензинчиком. Да, мы заряжаемся? Да. Да. Ну вот мы и тут наблюдаем жизнь. Ну, стояночка эта Shell модная, мощная. Тук-тук он даже проехал уже. Ой, класс. Угу. Такой связь. Слушай, уже есть. Слушай, они такие закрытые тут тук-туки, класс. Прямо как все с дверями, все чинно, благородно. Ну, конечно, в последнем кемпе связь была слабенькая. А ну сейчас еще. Ребята, будете повторять трюк? Лечи еще раз. Ну, давай еще раз открою. Там, наверное, помыл просто, всем было жарко, он душ устроил там. Что там, такие просто, смотришь, блин, такие ленивые люди иногда, мужики особенно. Не, ну он работает. Что? Ну, проезжаем, мусор лежит, коровы пасутся, у тебя во дворе же. Ну, убери этот мусор, блин, ну честно. Мы так удивились. Ну, кому он мешает? Коровы сидят. О, смотри, кто-то уже там что-то ремонтирует. Так это и хозяин. Наверное, в жуке проблемка просто. А что там сзади мотор? Ну, не знаю. Не механик я. Ну, красивая машина, яркая такая вообще. Прям для этих широт. Нас заряжает Стив, наш гид и водитель, который был с нами во всех этих сафари. Справа звонит кому-то. Кто будет оплачивать банкет, да? Жизнь на Ньюке кипит. Пацаны машину домыли. Не, ну я думаю, это так принято. Ну я не знаю, открыть реально, вот это не знаю, сняла вам, не сняла, открыть реально багажники туда заливать шлангом. Может там просто что-то пластмассовое просто окутывает. Свои чемоданы. А сиденье сзади, он же на это. Он прямо... У нас только чемоданы. Если бы открыли бы наш багажник и нас полили бы, было бы, ну круто, конечно. Приняли бы душек, фу. Знаете, то жарко, то холодно, конечно, фу. Оделись, разделись. Мы же стоим, если да. Вот, так что, такие у нас сегодня дела. Завтракали, выехали из нашего кемпа. Кемп показывали вам уже. Классный, классный кемп. Но Wi-Fi там вообще, конечно, от слова совсем дошел. Сейчас вот на все комменты по YouTube ответила. Спасибо. Пишите комменты, нам приятно. Хай буде весна, там, де ми стоїмо до кінця, і нас не зламає війна, наша війна.